Турецкий рынок – это продавцы, которые пытаются друг друга перекричать. И находясь в этом хаосе, через час ты начинаешь сходить с ума. Но пахнет вкусно. Как тебе дикий мир? Почему дикий мир? Контраст голосов, бибик. Конечно, шумно. Конечно, шумно. Непривычно. У нас еще много, у всех свое мнение, кому все в разные стороны надо. А так понравилось, интересно. Я взяла офигенного сыра, 40 лир. И это получается 400 рублей, такой косичками, не соленый, ребят. Свежайший. Оливки 18 лир, считайте, чуть-чуть около 100 рублей за килограмм. Мандарины 3,5 лиры. Инжир 12 лир за килограмм. У нас минимум 50 рублей за одну штучку. Подожди, а про оливки? Оливки 18 лир, это где-то 200 рублей за килограмм. Не в банках оливки, которые с косточкой свежие, сорванные и замаринованные. Ну и так всякой мелочи. В общем, я довольна, мне понравилось. Сейчас мы идем жрать. В рыбный ресторан. Жрать, идем жрать, жрать. Мы в рыбном ресторане. Сейчас выбираем рыбу, сейчас будем кушать. Она типа барабулька или султанка, наверное. Султанка. Вот, барабулька. Да. Султанка. Она с лимоном будет? Она что, еще живая? Жареная. Не, они просто там, там жарят там. Ага. Это сардины. Слова поставили. Если хотите, вы вкусненькие, вот большие возьмите. Нет, ну просто барабульку любим. Ну, как на одного так много. Не, одного не надо. Вот, смотрите. Вот это на два человека. Ага. И половинка порежет там. Давай вот это съедим. Гуфа, давай. Да, 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 да. Ну и барабульки это, давай. Это, ну чуть-чуть барабульки. Это называется? Вот это. Это чупра. Вот, одну возьмем. И чуть-чуть барабульки жарных. Да. Давайте вам две порции отдельно. Середине поставим? Да. А вот нет, это у нас каждый сам себе. Мы вдвоем, вот. Вот это вдвоем это будет. Нам. Это два порции? Сколько будет в порции? Сколько их будет в порции? Ну, это хватает. Дальше мы с ним блогом. Может, я имею в виду, нам хватит вот этой рыбы на двоих и порции вот этого. Одного того, этого? Да, да, по одной порции. Нормально. И нормально. Свежий лимончик. Нормально. Свежий лимончик какой-то, да, блюдо. Да, это отдельно. Ну, да. Лимон, лук, рукола. Нам отдельный лимончик, мы потом ее рыбу. Да, это вы если на вкус вы сами делаете. Не, мы на вкус ее. Лимон. Сибас? Ну, а вот это нет, у нас есть леврей, не знаю, в России как это называется, чура. Мини-керч, да? Мини-керч, это все свежайшее, ребята, это прям вот. Это как бы на море, сами. Я в шоке. Это не пахнет, то есть это пахнет. Буквально минут пять она еще половала. Так что надо сначала находить друзей в Стамбуле, а потом туда ехать. Ну, мы заказали. Да. Рыбу в рыбинином ресторане. Ирина, как ароматы? Обалденно. На мангальчике такая. Здесь. А, нет, я же фотографирую, я же не с камеры. Так, Ирина смотрит на меня. Так. Кого дальше? На чей телефон? Пока у меня свободные руки, пока я не ем. Заказали самый первый, но несу самый последний. Ну, извините. У вас она самая большая, да? Тут было? Да, у вас много. Большая. Я поэтому думала, что это какие-то овощи с чем-то другим. Видела, за столиком не ели. Интересно. Ну, хотя бы... Хотя бы вилки? Понюхайте хотя бы, чем это пахнет. Это как... Оно еще кипит, смотри. Это прям в масле. Потом откроешь. Горячий-горячий. Ой, пахнет вкусно, но очень горячий. Второе блюдо. Барабулька, не барабулька, да, султанка. А, кстати, в Турции рыбки называются совершенно по-другому. Поэтому очень хорошо. Лимончиком, сбрызги лимончиком. Иначе невкусно будет.
Мяу. Мяу, да. Нас накормили. Батушка, кормили, нам еще принесли десерт, про который мы даже и не знали, как бы не ведали. Покажи, это как комплимент от заведения, наверное, да, покажи, будет? Покажи, пожалуйста. Это вот такая имитация горячей халвы. Здесь крупа. С чаем. Да, с чаем, да. Такой турецкий чай в стаканчиках специальных. В халве цедр лимона. У меня уже все, то есть у меня... Эй, у нас это гастрономический ангаз. Да, то есть мы давно хотели именно такого вот вкусной свежей рыбы поесть. Это бомба. Да. Но нам еще идти до дома. Да, у меня еще чемодан. Как бы наше еще приглашение еще, да, еще не закончилось. Мы сегодня по скорому плывем. Да, мы сегодня еще поплывем. Ахов, кто желает? Когда кажется, что уже у тебя нет сил на посещение каких-либо достопримечательностей, это не про нас. Нет, мы полуживые. Мы еще не то, что полуживые. Не спавшие двое суток, но мы живые. Мы не спавшие двое суток. Мы посетили уже достаточное количество мест интересных, да? Но еще не вечер. У нас еще по плану фуникулерчик. Нет, не фуникулерчик. Сначала мы поплывем на... Ну, мы сейчас поплывем, в любом случае. Да, мы сейчас поплывем через Босфор на пароме. Но паром, покажи камеры. То есть паромы такие с сиденьями, со столиками. Нет смысла платить за какое-то, да, отдельное. Можно вот 3 лиры, ребята, это 33 рубля. Там получается 34,50. Это... Через Босфор поплавать. Да, проплыть через Босфор. Это вообще недорого, да? Это, по-моему, бесплатно. Это у нас получается на 12,40. Нет, курс 11,5, это где-то 34 рубля. 3-4 рубля. Сейчас мы поплывем через Босфор, потом мы поедем на фуникулёре. А с фуникулёра мы пойдем немножко пешком по Истекляре, где мы поселились, и проедем еще на красном историческом трамвайчике. Вот такой у нас, значит, совершенно первый день, и я надеюсь, да, нас наконец-то заселят в эту гостиницу. Я просто мечтаю в гостиницу, в Истекляречку мечтаю. Вот, дай я покажу. У нас куча всяких вкусностей с местного рынка, но это все упаковано в чемодан. Ну, короче, чемодан был. С чемоданом мы. Вот. Вот такая вот эта клубника. 12 лир, короче, получается 130 рублей килограмм. Это октябрь. Я в шоке. Тепло, жарко. Хочу уговорить ему съездить искупаться, но пока безуспешно. Нет, мы не будем покупаться. Вот. А так прям вот сказка в октябре. То есть мягко. Это вот такой вот хороший август теплый, как у нас. Хорошее бабье лето. Да, хорошее бабье лето. Все. Даже немножко загорели. Да, мне кажется, лоб, это... Я лоб немножко жгёт. Ну, мы солнцезащитные. Нет, я солнцезащитный тибет. В общем, мы еще... Сейчас мы еще встретимся. Мы сейчас, как будем отплывать, мы еще раз включимся. Будет ссылка на рыбный ресторанчик, с которым нас познакомила Наташа. Сама она не пошла в кадр. Нам мне в Саранске порекомендовали. Короче, подругу порекомендовала свою подругу. Девушка из Саранска живет в Стамбуле, замужем, двое деток. Она нас сегодня встретила в азиатской части. Проводила на рынок азиатский. Ну, это по-настоящему турецкий, где местные закупаются. Это реально копейки. Прям копейки в пересчете на рубли. Кстати, это не реклама. В общем, лиры мы обменяли в обменнике в официальном. Это интересно, нас слышно будет или нет? Не знаю. Это должно быть слышно, надо погромче говорить. Не слышно, тогда будем это записывать сопровождение по видео. Не, ну вроде микрофон спереди, он должен. В общем, доллары обменяли в обменнике. Забыла название, напишу. Ну, обменники, короче, официальные. Мы покажем это, обменник сейчас. О, мы отходим. И лиры, короче, картой расплачиваюсь. У меня Тинькофф Блэк. Не реклама, сразу скажу. Тинькофф, так, средние отношения с ними. Подвязаны, то есть счет в лирах и без комиссии. Сейчас оплатили в рыбном ресторане 165 лир за охрененное количество рыбы. Рыба, смотри ты. Где? Там плавает, как селедка. В общем, давай, показывай камеру туда. Ну, давай местами поменяемся. Я пока еще не припоминаю такого энергичного отпуска.
Ну да, у нас как будто посвященные. У нас завтра конгресс большой с Мерилой, у нас потом день рождения компании, то есть все вместе. Ну, чтобы Дима не спал две ночи, проехали в Самару. А потом, то есть мы плыли, да? Что такое? А, ну да, раба. А, ну на них как бы. Ну, это старый, наверное, да? Ну что дальше? Ну шикарен с камеры, когда ты ешь клубнику. Вот. И чтобы Дима целый день со мной шарохался, то есть мы вообще не спали. Время 6 час, больше 6, 4 час. Наверное, Диме понравилось, да, раз ты. Так бы ты давно уже сбежал. Такого я еще не видел. Не видел? Да. Обычно как выглядит отдых? Мы приезжаем, Дима говорит, иди с нами. Да. Все. Надо было батон взять, чаек покормить. Вот она. Одна чайка бешеная. Наглый чайка. Даже говорить не охота. Классно. Ребят, нам реально Стамбул понравился. Мы вообще еще, то есть фактически... Ну как это... Стамбул понравился? Ну что, у нас только первый день. Да, мы только приехали, поэтому эмоции такая положительная. Я... Может быть, связано с тем, что мы типа без детей, хотя мы не одним из толпой народа. Это решающий фактор, да? Ну, в положительную сторону. Да, если возможно. Здесь нет. Потому что дети нам не дали подать. С детьми? Нет, мы с детьми воздух был по-другому. Было забронировано не такое, в кавычках, не очень хорошее время. Мы это покажем еще? Да, мы покажем еще. Мы даже еще не говорю, не заселялись, у нас тут все в одном номере лежат. А это не турбо? Не знаю, нет. Ты видишь флаг, возможно, что-то... Покажи здание. Административное? Да, да. Ребята, а его не видно будет, да? Может, видно на их что-то здание вообще. Нет, просто меня будет слышно без микрофона. Должно, наверное. Покажи волну, волну покажи.
Есть такая штука в Турции, а именно в Стамбуле, фуникулер. Очень хорошее, прикольное развлечение за 2,6 лиры. Рассказываю, куда опять прикатили нам. Так, мы проплыли на паромчике, будут фотографии вставлены. Ну, вы уже все посмотрели. Прошли, короче, если надо, будет карту нарисую. Там, на самом деле, не сложно, нас женщина вела какими-то чигирями, там, на самом деле, просто пройти. И спустились в фуникулёр, где фуникулёр ходит. Их два, один ходит беглу, а второй каботаж. То есть один на каботаж, другой беглу. Мы сейчас до остановки беглу. Доезжаем? Не знаю. Мои ничего не знают, я как этот сумасшедший ученый. А вот, выходим, и выходим мы где-то в середине площади. Вот это вот, ну, короче, пешеходные зоны стекляли, и нам там не особо далеко до гостиницы пройти. Вот, а сейчас мы вам покажем, как это проходит. Вот и весь аттракцион, да? Да, такой тоннель, кстати, за стоимость. 2 лиры и 60. Ой, как-то копейки их не называют, опять забыла. Короче, за 2,60. Это переводим на 2,26, ну, 28 рублей. То есть мы сегодня прям много чего, да? За там, кстати, буквально мы уехали из гостиницы в 10 часов. Около 10-го времени полчаса мы уже возвращаемся. Мы были в азиатской части, мы проплыли паром, мы обедали в рыбном ресторане, еще пешком и шарохались.